Здравствуйте, дорогие друзья. Как и было написано в анонсе, мы сейчас вам покажем Центр социального служения и церковной благотворительности «Добро». Он находится в хуторе Железный, это Услабинский район Краснодарского края, Армавирская епархия. Находится этот центр на данный момент в здании администрации сельского поселения. Нам предоставляется здесь комната небольшая, вот, но там много чего есть, много чего мы можем показать. Вот, и поэтому начнем, пожалуй, знакомство с этим центром. Хотелось бы вам представить заместителя руководителя центра Татьяну Александровну Гурееву, матушка Татьяна. Вот, пожалуйста, вот, можете начать нашу экскурсию. Вот это, собственно говоря, вход в центр. Да, пожалуйста. Давайте пройдем в наш небольшой, но я думаю, уютный центр. Это помещение нам дали безвозмездно, уже с готовыми стеллажами. Мы только сюда оборудовали так, как нам нужно. Вот. Стеллажи у нас здесь были готовые и железные, как я уже сказала. Единственное, что мы здесь по опыту уже своему прикрыли все занавесочками, чтобы это все не пылилось в первую очередь, и чтобы лишний раз не искушать людей, потому что были такие опыты, когда приходят за определенной помощью, они уже знают, что им нужно, но когда видят, допустим, обилие вещей, то даже уже просят то, что им уже не нужно. Вот. Поэтому мы это все аккуратненько прикрываем. Здесь мы все пишем, чтобы мы могли в первую очередь найти, чтобы мне и добровольцу нашему было удобнее что-то искать. Сейчас на данный момент одежда у нас, как вы видите, с бирочками, вся она новая, чистая. Слава богу, мы сотрудничаем сейчас с Glory Jeans, и они нам безвозмездно отдают эту одежду. Соответственно, одежда вся новая. БУ у нас очень мало сейчас. Вот, и приятнее и людям помогать. Вот. Одежда у нас подписана по категориям. То есть здесь у нас мужская по возрастам. Здесь у нас находятся детские игрушки. Вот так хранятся. Немного продуктов питания, которые у нас не портящиеся. Вот. Здесь у нас находятся детские вещи на девочек. То есть мы для мальчиков и девочек стараемся это все разделить, чтобы удобнее также было искать. Вот. Здесь для новорожденных также все новенькое, чистенькое. Вот, даже если люди нам отдают, то стараемся сразу сортировать. Здесь у нас находятся такие канцелярские запасы, какие-то помощники, так сказать, в проведении благотворительных акций. Когда к 1 сентябрю мы проводим акции, то мы вот такой вот буклетик вешаем на коробочке и ходим либо в рынок, у нас, слава богу, помогают, либо в магазины. Вот. Также развивающиеся игры здесь немножко у нас есть. Мы возим, как и в семьи многодетные малоимущие, так и в детский дом, который у нас находится в городе Услабинске. Там детки у нас, так сказать, больные, вот, отстают немножко в развитии, поэтому вот что-то такое, что могло бы их развивать, мы вот собираем и потом их отвозим. Вот, также у нас здесь небольшой молитвенный уголок, когда мы приходим, молимся перед добрым делом, и также, когда к нам человек приходит, он заполняет у нас вот такое вот заявление, пишет, какая помощь ему необходима. Вот. И вот у нас тут есть такая папочка, сильно близко не будем показывать, так как тут данные людей.
Вот, и потом мы формируем такую папочку с этими заявлениями и документом, подтверждающим личность человека. Либо, допустим, если это у нас многодетная семья, то они также предоставляют ксерокопии либо справку о составе семьи о том, что у них на самом деле много детей. И мы уже обрабатываем эту заявку, и по этой заявке начинаем работать. Вот. То есть если обращаются за вещами, то мы, в принципе, на месте здесь сразу обрабатываем, собираем то, что человеку необходимо. В принципе, здесь есть возможность и померить. Вот. Если, допустим, это заявка о том, что человек просит купить лекарства или помочь с коммунальными платежами оплатить, то это мы уже обрабатываем несколько дней, то есть эта заявочка у нас остается. Человек также предоставляет квитанцию о том, что ему нужно оплатить, либо справку о том, что он не в состоянии ее оплатить. То есть мы, естественно, это проверяем, так как, к сожалению, люди были опыты, что могли обмануть, вот, поэтому мы эту заявку обрабатываем, и уже если это все подтверждается, то мы начинаем работать в плане, чтобы помочь. Вот. Также у нас здесь есть анкеты добровольцев, то есть те люди, которые хотят нам помочь, они заполняют вот такую вот небольшую анкету о себе и о том, что в какой сфере они бы могли, допустим, нам помочь. То есть люди уже сами определяют, в какой сфере они сильны. То есть либо это работа с инвалидами, либо это работа с детками, либо это работа там с пожилыми или многодетными семьями. Также, когда нам приносят вещи бывшего употребления, то мы в благодарность людям, чтобы им сделать хоть как-то приятно и хоть как-то сказать своими словами и действиями спасибо, мы заполняем на месте записочки о здравии, о упокоении и передаем в храм батюшке, чтобы вот он помолился о людях, которые помогают центру. Вот, матушка, расскажи, пожалуйста, есть же еще другое помещение, где люди имеют возможность ночевать, да, которые нуждаются в ночлеге? Да, помещение такое есть, это у нас соседний хутор, хутор Аргатов, там у нас батюшка служит тоже в этом храме, и при этом храме есть воскресная школа, дом притча так называется, там есть у нас две комнаты, пока, конечно, мало кровати, всего лишь две, но там есть душ, там есть уборная, там есть где переночевать. Вот, то есть люди, когда обращаются в какую-то... Столовая, матушка, там есть же, да? Да, они могут покушать есть, там трапезно. Конечно, да. Они могут там покушать, переночевать. Там есть постирочная, то есть они там могут привести себя в порядок полностью. Ну, то есть не долгосрочное пребывание там, то есть... пару ночей, так сказать, и переночевать, когда человеку нужно куда-то добраться. Потому что вот мы с батюшкой молимся, даст Бог, если Господь позволит, то вот мы хотим построить именно центр, где люди могут, попавшую в трудную жизненную ситуацию, там проживать. Временно небольшой какой-то срок, допустим, беременные женщины, которые попадают в какую-то трудную жизненную ситуацию, ну или вообще вот у нас был такой случай, когда две женщины сдалека приехали сюда к папе, но папы не стало, и им негде было ночевать. К сожалению, на поле, где они работали, их обманули, и они ночевали в лесополосе. У одной женщины был больной желудок, и мы их не смогли в тот момент, у нас не было воскресной школы, мы их не смогли никуда определить на ночлежку, но, слава Богу, мы успели их хотя бы покормить, и с батюшкой отправили на машине, довезли до автобуса и отправили уже на автобусе. Вот. Но было очень печально о том, что это была такая спешка, чтобы они успели на автобус, и то есть если был бы такой вот центр у нас в крае, в районе, то женщины могли бы уже в порядок себя спокойно привести, выспаться,
и уже со спокойной, размеренной, то есть ситуацией отправиться домой. Вот. Да. Ну, друзья, мы не Москва, конечно, не Краснодар, вот, таких ресурсов у нас нет, но делаем то, что можем здесь на месте, как получается, так получается, с Божьей помощью. Вот, планируем, да, как я уже сказал, расширяться, вот, и как уже было анонсировано, да, у нас этот центр в основном занимается малоимущими семьями, многодетными семьями и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Вот, Машка, есть тут ряд вопросов, как я вижу в чате. Вот, если не против, ты давай тогда поотвечаем, да? Вот, значит, спрашивают, если жертвуют не новые вещи, то какую обработку они проходят? Обработку у нас, к сожалению, как вы видите, провести негде, но перед тем, как принять, зачастую люди мне в основном всегда звонят. И мы их сразу предупреждаем. То есть они первый вопрос спрашивают о том, что принимаем ли вещи мы и какие вещи мы принимаем. То есть у нас есть категория вещей, к сожалению, которые мы не принимаем вообще. Это на совсем пожилых людей. То есть у нас есть определенный запас на эту категорию людей, и больше мы, к сожалению, не берем, потому что именно таких людей, обращающихся, мало. Вот, поэтому мы просто больше не берем такие вещи, в основном это до 60 лет приблизительно вещи мы берем, и когда люди задают этот вопрос, я заранее их предупреждаю о том, чтобы вещи были чистые, уложены в пакетики, и, ну, желательно без каких-то пятен, то есть люди, в принципе, всегда отзываются очень хорошо и подходят к этому... После моего объяснения очень серьезно, они сами дома простирывают все, даже если это вещи уже чистые были, упаковывают в пакетики и уже приносят к нам чистое. То есть, да, приносятся чистые вещи, здесь никак это не обрабатывается, то есть, абы что, не берется сюда. Да. Вот. В любом случае, всегда это все проверяется добровольцами, то есть это все перед тем, как уложить на полочки, на стеллажи и выдать людям, мы это все проверяем и, так сказать, перебираем. Вот, то есть стараемся людям уже выдать на руки уже чистые, пригодные к ношению вещи, потому что эти люди зачастую не виноваты, что у них такая трудная жизненная ситуация, и почему мы будем выдавать им какие-то рваные или грязные вещи. Вопрос следующий. Если помогаете медикаментами, то просите ли рецепт от врача? Обязательно. Обязательно мы просим рецепт от врача. Если человек проходит какое-то лечение, то это выписку, либо справку. Зачастую написано, что это за врач, где он лечится. И очень часто мы прозваниваем в эту больницу и спрашиваем ли. Мы не просим каких-то данных, мы просто называем фамилию, имя, отчество человека и спрашиваем, на самом ли деле он там лечится. То есть на самом ли деле есть такая-то проблема. И только после того, как нам подтверждают, мы оказываем помощь именно медикаментами. То есть просто так, то есть медикаменты мы не храним, мы уже, допустим, собираем средства и идем с человеком по рецепту, покупаем в аптеку по факту. Вот, еще спрашивают, если у человека нет документов или он отказывается показывать документы, помогаете ли вы, как выходите из этой ситуации? Ну, людей, которые не хотят показывать документы, это очень-очень мало. Это в основном по нашему району, это люди цыганской национальности, которые пытаются исхитриться и не показывают документы. Вот. Зачастую люди показывают сами документы, то есть они в этом заинтересованы, чтобы им помощь оказали. Естественно, все документы, которые мы просим подтвердить, они приносят. Вот. Если у человека бывают же люди бездомные, которые переезжают из города в город, у них, да, бывает, что нету документов, но опять-таки это уже по ситуации и по человеку это видно.
То есть человек, который без определенного места жительства, по нему это, в принципе, видно, и если он не предоставляет документ, то зачастую мы все равно ему помогаем, стараемся помочь, это накормить. В принципе, вот за те года, которые у нас центр работает, с 2013 года, эти люди не просили денег. То есть, в принципе, не помогать в этой ситуации из-за документов, я думаю, не стоит. Они в основном просят одежду и покормить. То есть, если у него нет паспорта, то мы все равно, конечно, ему помогаем. Угу. Спрашивают еще, приходят ли проверки, проверяющие органы к вам, проверяют ли вашу деятельность как-то, то есть муниципальные какие-то власти, или нет? Нет, слава богу, к нам никто не проходит, так как отец Арсений уже сказал, наше помещение находится в здании администрации этого села, у нас на первом этаже мы находимся, на втором, а на первом этаже у нас глава, вот, поэтому мы со всеми сотрудничаем в хороших отношениях. Вот, и поэтому, в принципе, нам с какими-то проверками не приходят. Угу. Наоборот, помогают даже. Угу. Помогаете ли вы людям в нетрезвом состоянии, которые находятся? Смотря в чем заключается помощь. То есть, ну, естественно, как наш владыка говорил, деньгами помогать нельзя, потому что мы только хуже сделаем этому человеку, и, не дай бог, допустим, дадим ему какие-то средства, он пойдет выпьет и умрет. То есть зачем брать на себя грех? Если он просит, опять-таки, покушать, то, ну, опять-таки, зависит от состояния этого человека. Если он выпивший просто, то обязательно мы его накормим. Если человек не в состоянии, ну, то есть сильно напился, то, наверное, уже нет. Вот. Ну, вопросы есть еще, друзья? Если вопросов нет, тогда мне еще слово тогда. А, вот еще вопрос. Есть ли картотека просителей? Ну да, есть, мы же показывали. Вот, да, да, пожалуйста. У нас вот папка, это, да, папка заявок, где мы, человек пишет в первую очередь заявление о предоставлении благотворительной помощи. То есть здесь пишется число, пишется, этот человек заполняет свои данные, пишет помощь, какая ему нужна, и уже, допустим, если у него есть документы, у него все в порядке, то он предоставляет ксерокопию, либо мы здесь снимаем сразу ксерокопию паспорта, и то есть все в папке, да, мы храним. Если это многодетные, так как я говорила, семьи, то они вместе с паспортом предоставляют свидетельство о рождении детей, либо справку о составе семьи. То есть, опять-таки, человек заинтересованный, чтобы ему оказали помощь, все документы предоставляет. И все хранится. Да, ну, в общем, картотека есть, друзья. Вот, и вопрос, как часто оказываете помощь? Раз в год? Ну, видимо, вопрос заключается в том, что одному какому-то человеку, как часто. Здесь, наверное, в этом вопрос. Да, именно одному человеку у нас оказывается помощь раз в месяц, раз в два месяца. И у нас есть правило о выдаче вещей, то есть в руки человеку дается не более 5 вещей. То есть, если он предоставляет документы о том, что у нее есть, допустим, мама пришла, о том, что у нее есть еще маленькие детки, то также мы собираем и для этих деток вещи. А так предоставляем раз в месяц, раз в два месяца, ну, как вот человек приходит. Угу. Ну, мне кажется, тут от ситуации зависит, мне кажется. Да, это зависит. Кому-то нужна постоянная помощь, да, кто-то мимо шел, грубо говоря, один раз что-то получил и пошел дальше. Вот. Мы... зачастую, вот у нас есть, мы не показали, но у нас, да, есть уже готовые собранные коробочки, там уже собранные вещи. Это мы едем на хутора, с готовые заявки, которые нам люди написали, мы туда собираем то, что люди нас попросили, и едем на хутора уже с этой помощью. Вот. И, то есть, эти семьи мы знаем. Если вещами, то мы, в принципе, им помогаем почти постоянно.
Если это какая-то финансовая помощь, то опять-таки, если человек обращается очень часто, то мы на какой-то промежуток времени говорим ему о том, что этот промежуток времени, допустим, несколько месяцев, мы помогать не будем. Для чего это делается? Для того, чтобы, как у нас батюшка говорит, в первую очередь мы помогаем людям встать с колен, да, так сказать. То есть, когда они попадают в трудную жизненную ситуацию, то мы им помогаем из этого выбраться, а дальше, чтобы человек мог уже сам решать какие-то свои проблемы. То есть, если помогать, допустим, каждую неделю или каждый день, то человек расслабится, будет надеяться только на нас и сам перестанет работать или думать о том, что, допустим, нужно покормить детей или покормить себя. Он просто расслабится. И я думаю, мы этим самым сделаем только хуже человеку. Еще один вопрос. С какими фондами вы работаете, сотрудничаете? С какими-то фондами сотрудничаете благотворительными? С Краснодарским, при храме, не помню, честно, сейчас название, при храме Илинском. А, Ильи Пророка, да. Ну, вчера как раз показывали. Да, с ними мы стараемся сотрудничать. Вот, ну, а так, в принципе, с какими-то больше фондами, ну, от Смелосердия мы еще сотрудничали, с Москвы нам помогали. То есть, если за жизнь, то с Москвы нам присылают буклеты. А так стараемся по ситуации выходить из этого как-то сами. Добровольцы у нас, как люди и приходят, так и у нас в Услабинске, в городе, есть организация молодежная, когда, то есть, которая... Максимум называется. Да, центр Максимум, там есть отдел молодежи, волонтеров, и мы в основном плотно сотрудничаем именно с ними. То есть, опять-таки, когда мы проводим акцию по сбору канцелярских товаров к 1 сентября, то мы с ними созваниваемся, встречаемся и вместе с волонтерами идем в какие-то магазины частные, либо там на рынок, где проводятся ярмарки, и вот с ними уже проводим эту акцию. То есть стараемся по мере своих сил решать.